из ларца. Одинаковый с лица. Одинаковый? А? Одинаковый, одинаковый. Скажи. Дай телефон сюда, скажи. Давай. Давай кусать. Мать сегодня над вами издевается, нарезала вам яблок и грушу. Да, Стич, вообще офигела. Не говори. Так, говорит, ладно, тогда надо с яиц начать. О, тут трон застелили себе. Садись, зай. Посидим хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть посидим. У меня полный карман. Яйцо добыл. Орехал. Яйцо? Да. Приятного аппетита, любимый. Так, где там остальные? 24-6. Зайка тут был, да? А, в диване что-то это кто-то там попец шевелит нас. Ой, вот так. Все. Короче, приготовились мы к штормовому предупреждению. Все у нас упакованные. Да, Тихон? Все упакованные. Иди ко мне, Скалей. Орех дам. Орех дам. Заходи, заходи, мое солнышко. Ну, хоть понянчим тебя чуть-чуть. Чуть-чуть тебя хотя бы понянчим. Зайка, хватит ковыряться там. Так, там у нас что, Бади, Степка. Бади, Степка, Нос, Илюха. Илюха. Четверо. Остальные тут были, да? Стич тут. Шесть, семь. Там пятеро, да? А кто там? Четверо и Нос. А кто четверо? Я троих только. Илюха, Степа и Бади. Нос. Ты же четверо и Нос. Зайка тут внутри. Шесть, семь. А кто еще у нас? А, Жорик где-то тут еще. Угу. Стич вон сидит. Да. Все, там трое. Четверо, то есть. Трое енотов и Нос. Жужук. Иди тебе, папа, орес. Ой, этот, яичко тебе даст. Ой, яичко. Вот он. Дратути. Что по настроению? Уже хорошо, но я не хочу разговаривать. Заюша мой. Заюша вышел мой. Медведище мой. Ты медведище? Зайчик. Зайчик, солнышко. Так, злая женщина. Че ругаешься с цыганями? Смотри, оборуют тебя ночью. Все яблоки, слышишь, зай? Все яблоки потрогал. Еще кидаться будут. Угу. Я говорю, налажу им, сейчас нарежу яблок. Лена там отдала нам как раз. Вот. И говорю, ничего им не дам, пока они не доедят. Он говорит, они сейчас, говорит, тебя выгонят с вольера, еще яблоками кидаться будут. Я говорю, у людей еноты кушают морковку, огурцы. А наши, говорю, вообще охамели уже. Поэтому вот пока эти все яблоки не съедят, ничего им не получат они. Ну, те малые, я вообще прикалываюсь в вольере. Залезли все в диван. Ванга с Боней наверху сидят. И то потом тоже Ванга ушла в диван, потом вернулась. Бонька что-то мне не нравится, со мной не разговаривает. Зайка, это моя нога. Иди мимо лучше. Так, говорит, быстро выходи. Что, у него в зубах что-то? Не? А, не. Заюшка мой, злой мой. Мальчик мой прекрасный. Хвостик мой. Здоровенный вымахал. А приехал такой, наверное... Какой он приехал? Как кто? Как Стичек, да? Вот как Стич он был. Это мои чигани. Жорик, ты чё там? Или ты убежал в другой вольер? В диване кто-то, да? Ой, короче, вот. Сегодня и рассказывать особо нечего. Позабирали посылочки мы все. Все сложили закрома свои, да? Богатства свои в конюшню спрятали. Зайчка по хурме ударился, глянь. Говорит, вкусно. Скоро своя дойдет, вообще будет еще вкуснее.